Всем большой привет! С вами Елена, и вы на канале «Учимся готовить вместе». Сегодня предлагаю приготовить очень вкусный банановый кекс на десерт. Если у вас залежались бананы, то обязательно досмотрите видео до конца. Простота и быстрота рецепта кексика вас приятно удивит. Итак, нам понадобятся спелые бананы, сахар, яйца, растительное масло, разрыхлитель, соль, ванильный сахар, мука и по желанию любые орехи. Очищенные спелые бананы ломаем на кусочки, складываем в глубокую миску, добавляем сахар, соль и ванильный сахар и разминаем вилочкой до однородности. Далее добавляем яйца, растительное масло и хорошо все перемешиваем вилочкой или венчиком, как вам удобно. В просеянную муку добавляем разрыхлитель и в два этапа вводим в яично-банановую смесь и после каждого раза хорошо все перемешиваем. Затем по желанию добавляем орехи любые. У меня сегодня фундук. Я его обжарила и совсем немножко измельчила. Люблю, когда в этом кексе попадаются крупные кусочки любых орехов. Вы же ориентируйтесь на свой вкус. И все хорошо перемешиваем, чтобы орехи равномерно распределились. И тесто готово. Форму для запекания смазываем растительным маслом. Размер моей формы 26 на 12, высота 8. Переливаем тесто в форму и отправляем в заранее разогретую духовку до 180 градусов на 40-45 минут. Но, как всегда, ориентируйтесь на свою духовку. Готовность кекса проверяем зубочисткой или шпажкой. Она должна остаться чистая и сухая. Даем ему немножко остыть и извлекаем из формы. Делать это очень легко и просто. Готовый кекс посыпаем сахарной пудрой и можно нарезать на порционные кусочки и подавать на десерт к чаю. Аромат просто превосходный, орехи и бананы великолепное, очень вкусное сочетание. Кекс получается не сухой, очень влажный, в меру сладкий. Хорошо чувствуется вкус банана, орехи придают десерту свою изюминку. Кусочек такого вкусного бананового кекса с чашечкой ароматного чая – просто наслаждение. Друзья, рекомендую приготовить такой банановый кекс. Подписывайтесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик. Также не забывайте присылать свои фотоотчеты мне в Instagram. Ссылка есть в описании под видео. Буду безумно благодарна вам за ваши прекрасные фото. Всем приятного аппетита! До новых встреч!